сознание. Уильям, я молилась, чтобы ты очнулся. Я обуза. Что за глупость? Так, давай встанем. Как ты поправилась? Сет говорит, будет двойня. Потом, Гиндерланд. Если выживете, еще успеете налобызаться. Вас нужно отправить наверх, на палубу. На палубу. Держись, Уильям. Ты крутой, Макс! Улыбнись! So ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? Dieter, abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, Waffe herhalten! Du hast nicht mal eine Backpfeife wert! Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. Обращаюсь к террористу и убийце Уильяму Джозефу Лоскалесу, известному как Жуткий Билли. Я готова пощадить всех остальных на твоем судне, если ты сдашься. Двери открыты! Приходи один! Похоже, мне пора. Не ходи туда, Уильям! Они захватили наших. Она держит наше судно. Что делать? Ты прав, Ингели. Тебе надо попасть наверх и как-то освободить лодку. Я боюсь за тебя. Ты слаб, Уильям. Ты совсем не в боевой форме. Я справлюсь. Тайса! Тайса! Хочешь нас своей колясочкой задавить? Нидальтен! Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung. Die Drosche, ihr Sucker! Halt die Schnauze! Забавное зрелище. Гений подполья в собственном дерьме. Ласковец. Ты очнулся. Как видишь, я пришел за тобой. Как ты, Кэролайн? Она нас как-то нашла. Видно, я просчиталась. Нас выследили. Я все испортила. Думаешь, ты герой? Уильям Джозеф Ласковец.
Поднять калеку. Ты не герой. О, нет. Тебя обожают только убогие трущобные крысы. Гнилой отряд и калека, который мочится в трубку. Все увидят, какой ты никчемный паяц. Бросьте. Склони голову. Глупости. Сопротивление не склонится. Главарь круга Крайзал. Гений преступного мира. Не сдавайся, Бласковец. Не склоняйся перед ними. Все же нет. Думаю, ты обычный... Не начинай! Ебать! Ого! Я убью тебя, Клинда! Нехило, нехило. Господи, твою мать! Überwachtelmeister! Смотри, как странно. Она только что была здесь, а теперь ее нет. Смотрел ли кто-нибудь с любовью в эти глаза? Как думаешь? Поцелуй. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht gleich auch runter? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst finden. Тащи его сюда. Это тоже твой старый друг? Я убью тебя! Bitte, hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Да! Ласка, надевай! Das ist mein Tagebuch, nicht deins!
Итак, ну что ж, всем привет, друзья. Меня зовут Антон, и это взломанная пиратская версия Ласка, игрушки Wolfenstein New Colossus. Приятного просмотра. Хотя какое в сраку приятный просмотр с таким рубиловым. Я могу помочь. Поделюсь информацией. Военными тайнами. Расскажу, как освободить подлодку. А еще там спасательные капсулы. Я знаю код, чтобы их открыть. Стоп, стоп. Как нам освободить подлодку? Эта дверь ведет к отсеку. Добраться до отсека. Управление электромагнитными захватами. Окей. Там их можно отключить и освободить подводную лодку. Сможешь открыть дверь? Да. Неплохо. Кэролайн. Мне жаль вашу подругу. Так, заткнись. Энергоброня. Будучи в энергоброне, используйте удар в падении для пробивания решеток в полу, уничтожения деревянных ящиков и падения на врагов сверху. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть, и в воздухе нажмите Ctrl, чтобы обрушиться. Так. Фергюс. Есть. Достойный мужик. Проводим. Потерял руку, но все равно продолжает воевать. Так, надо инструмент, чтобы открыть люк. Вот и инструмент. Чтобы развлечься, нужен только топор. И нацист. Так, патроши. Чтобы развлечься, нужен только топор и нацисты. Прикольно. О, работа по стелсу пошла. Хотя какой тут стелс в таком тупом мясе? Ох, блядь, ох. Ты чё? Да ладно, Бласкович. Жестко, жестко. Кэролайн, прием. Если ты еще не в раю. Прошу, побереги наших ребят, пока я тут занят. Угу. Пистолет. Пистолет мне не помешает. Эу. В смысле? Мне надо автомат. Угу, есть, отлично. Так, 10 брони. И инструментом давай сейчас ломанем. Окей. Так, давай, погнали дальше. Обнаружен сигнал. Так, 22 метра и 12. Сперва устраняем офицеров. Конечно, сперва устраняем офицеров. О, блядь! Так, я взял код. Ай, ёптую, шо, уже спалили. Так, мне надо. Что туда? Да каким хером, бля, а? Так,
Так, ну записки я буду потом читать. На записки у меня реально нет времени. Ку-ку. Так. Код есть. Пошли дальше. Один. Это охранная система. Так, я еще один топорик взял. Ага, можно метать топорик, да? И F это метнуть гранату. Хорошо. Das ist gut. Фантастиш. Бак явно взрывоопасный. А, я понял. Можно метнуть гранату. Ку-ку. Ох, нихера. Я пробил новый выход. Прикольная пуха. Реально прикольная пуха. Рубит жестко. О, бля, ку-ку-ку-ку. Рубит жестко, реально рубит жестко. Так, у нас тут есть наверх. Это что за нахер? Кэролайн, мне больно. Одолжишь мне свои крылья? Вот он, отсек управления. Бабах. Хватайтесь за что-нибудь и держитесь, что есть сил! У этого бешеного маска вообще пол чердака нет. Капец. Но начало крутое, ничего не скажешь. Поверни его на бок, мистер Бомбата! А, вот так! Очнись, Макс! Очнись! Верни! Да-да-да. Получилось!
Так, скорее! Нужно быстрее всплыть! Молодец, пан Бласковец! Хороший ты парень, Ингале! Хороший! Итак. Я освободил молот Евы и возвращаюсь к нашим ребятам. Прости, что прошу. Но, может, ты еще здесь побудешь, а я полетаю на твоих крыльях. Ёпты, блядь. Нихера себе. Парень, сука, что три бляха муха, что это за... Надо бронь обязательно пособирать. Лазер Гевер. Прикольно. Нажмите М, чтобы... Ну ладно. Ну что ж, друзья. Это была игрушка Wolfenstein The New Colossus. Пиратская взломанная версия. Меня звали Антон, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и ждите продолжения прохождения этой увлекательной игрушки. Пока-пока.